Станция метро какая? Петровщина. Я иду босиком. Сейчас буду покупать жетончики. И если что, вы можете без меня идти. Нам, ну, можете меня отбивать. Посмотрим, что будет происходить. Абсолютно трезв, свеж. Собираюсь проехать. Не нарушая закон, но нарушая правила метрополитена. Так. Дайте, пожалуйста, два жетона. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Вы извините, я вас босого... Понимаю. Экзамен хотите проверить? Нет, я проверять ничего у вас не буду. Хорошо. Я вам сообщаю, что вот... Такой я вид. Понял. Тапочки хотя бы, пожалуйста. Ну да, но у меня нету. У меня нету. Нет, стойте, не бросайте, молодой человек. Ну почему? Давайте тогда пройду через эту. Подождите. Пропустите меня, пожалуйста. Мы вас не я просто очень спешу. Я вам объясняю. Я 5 лет хожу босиком уже. 5 лет, молодой понимаете? Человек. Меня показывают по телевидению. Правильно прописано. И я понимаю. Мне нужно ехать. Я не могу доехать наземным транспортом. У меня есть только один жетон, я поеду так. Не надо применять ко мне руку. Не надо применять ко мне... Какая физическая сила? Вызывайте милицию, давайте, я закон не нарушил. Идите сюда, я вызову милицию. Я, не вызывайте, я не нарушил закон, я нарушил... Я закон не нарушил. Это прописано в правилах. В наушниках можно? Постановление Совета Министров. Можно, на платформе нельзя. Вы врете. Сюда, пожалуйста, пройдите. Представьтесь. Пройдите, пожалуйста, представьтесь. Сейчас вы нам срываете работу. Представьтесь. Я вам объясняю, проходите сюда. Представьтесь. Вы прошли незаконно, сейчас я вам представлю, что вы... Представляйтесь сейчас. Идите сюда, молодой я человек. Не пойду. Вызывайтесь. Представьтесь. Дайте, пожалуйста, нам наряд милицию на станцию метро Петровщина. У нас здесь... Стойте. Не надо меня толкать. Я вас не толкаю. Вы меня толкаете. Я вызову милицию, понимаете или нет? Я знаю, не надо меня хватать за руку. Еще раз, представьтесь. А представьтесь. Гражданин. Я никуда не прорываюсь. Мы не пропускаем. Сейчас будем вынуждены применить физическую силу. Представляйтесь. А? Выход к банку. Молодой человек, вы понимаете, что вам... Я понимаю, что вы не чего имеете вы... права меня хватать зачем за руки. Это дело? Нет, мы вас не пускаем. Чего вы сюда лезете? Я уже оплатил за проезд. Я уже иду. Перестаньте Звоните, меня толкать. Настя. Я не понимаю, стойте, что вы делаете. Стойте, не надо. Не надо меня толкать. Я вас не толкаю, не надо сюда. Представьтесь, пожалуйста. Я вам представлю вы сейчас. Вы не представились. Зачем вы делаете это? Что делаю? Отпустите я вам еще меня. Раз объясняю, я вас не пропущу в метро. Я уже прошел. Я применю физическую силу. Вы уже применяете. Что дальше? Москалев Вадим Васильевич. Представьтесь, кто вы? Настя, Витю звони. Я вам объясняю еще раз, я вас не пропущу. Я уже прошел. Да куда вы прошли? Вы силой прошли, вы незаконно Какой прошли. Какой силой? Я заплатил за проезд Ничего и прошел. Ничего вы не заплатили. Девушка, будете свидетелем того, что Будет делали? Будет девушка свидетелем. Представьтесь, пожалуйста. Сейчас я вам... Отпустите человек, мой экзамен. Давайте, пожалуйста, пройдем на вестибюль. Давайте. Пойдемте сюда, к нам в комнату. И что будем? Я вам сейчас объясню, все ваше, что вы сделали. Мне не нужно ничего объяснять. Можно ли в наушниках находиться на платформе? Ответьте на мой вопрос. Я сейчас беседую с вами по вашему факту. Да, есть Понимаете? Правило. Какое есть правило? Молодой человек, давайте пройдем туда. Зачем вы здесь устраиваете демагогию? Вы меня отвлекаете от работы. Я вас не отвлекаю. Отвлекаете. Я еду по своим делам. У я меня вам вопрос объясняю. К вам, как сотруднику инспектора службы Нет, безопасности. Нет, позвольте, здесь вопрос вам задам я. Я вас проинформировал. Басова человека мы не пропускаем. Это записано правило. К вам отпустим. А в наушниках можно?
Я сейчас говорю про бассейн. Я понял. В наушниках можно? Нет, про наушники я вам потом объясню. Если я сейчас на платформе нахожу человека в наушниках, подождите, вы должны будете подождите. Его вывести. Подождите, молодой человек, я жду. Сейчас конкретно говорю за ваши босые ноги. И что вы говорите за них? Ну, вот человек в наушниках. В таком виде метрополитен. В наушниках можно человеку? Скажите. Я вам объясняю. В наушниках нельзя. И босиком нельзя. Вот смотрите, девушка идет в наушниках. Вы меня слышите? Какой вывод? Да, я вас слышу прекрасно. А вы меня слышите? Я вас слышу. Я трезвый. Конечно. Теперь смотрите, есть два правила метрополитена. Девушки, вы тоже слушайте, будьте свидетелем. Два правила метрополитена. Я 5 лет хожу босиком и живу в Минске. И езжу на метро. В правилах написано, нельзя находиться в наушниках на станции метрополитена. Если человек находится в наушниках, вот девушка, извините, что я вас сниму. Девушка в наушниках, она нарушила правила метрополитена. Вы почему-то ничего с ней не делаете, так? Молодой человек, вы меня не хотите слышать? Ответьте на мой вопрос. Нет, вопросом же задам я первый. Вы понимаете меня? Ну, просто я смотрите, как он себя ведет. Теперь дальше, я продолжу дальше. В таком виде я вас не допускаю в метро. Идем вы, дальше. Тем не менее, игнорировали службу безопасности, оттолкнули сюда, прорвались силы. Я вас не толкал, у меня есть видео. Девушка, я ему 3 раза объяснил. Добрый. Вот. Боссому нельзя в метро. Ответьте на вопрос. А как ему доехать? Можно ли в наушниках находиться на платформе? В наушниках можно. В наушниках нельзя, вы врете. Заходить туда нельзя, в наушниках. Нет, человек на платформе находится в наушниках. Извини на секунду. Нет, все нормально, извини. Ты сейчас в наушниках был, тебе ничего не будет за это. Ты в наушниках? Ты в курсе, что в метро нельзя в наушниках? Неважно, все в порядке. Итак, только что я заснял, как человек был в наушниках, вы ничего не сделали. Он нарушил правила метрополитена, вы ничего не сделали. Мы сейчас говорим за вас конкретно, вы понимаете меня? Причем здесь за меня, не за вас. Вы либо соблюдаете все правила, либо не соблюдаете вообще. Мне еще других людей показать или что? Я вам объясняю, вы сейчас... Хорошо. Не надо меня хватать за руку. Не надо меня хватать за руку. Еще раз. Вы адекватный человек? Я напишу на вас заявление. Фамилию вашу назовите еще раз. Фамилию вашу назовите. Представьтесь. Фамилию. Фамилия. Представьтесь, вы же представитель.